А когда вот именно своими глазами увидел то, что артиллерия работает по мирным, ну, поселам, где проживают люди также, там, семьи, дети. И тут уже осознание то, что вот это неправильно делаем. Уже начало приходить не только ко мне, но и ко многим людям. Це Костянтин Алексєєв. Йому 27 років. Він контрактник російської армії та нині військовополонений. Воєнослужащий 503-го полка 19-ї дивізії мотострілкової 58-ї армії. Історія цього полоненого схожа на сотні інших, розповів. Його батальйон відправили звільняти Україну від уявних нацистів. Задача 58-ї армії заключалася в том, чтобы взять город Запорожье и город Днепропетровск. На это все в временные рамки ставились 8 дней. Однією з точок на мапі бойових дій стало село у Запорізькій області. Поступила команда от командира взвода, старшего лейтенанта Гришилова, о том, что будем сегодня идти штурмовать населенный пункт Полтавка. На эту команду я сказал то, что я не буду выполнять этот приказ, потому что там мирные жители, я сдамся. После этого он мне задал вопрос, ты уверен? Я сказал да. Он достал гранату и, получается, мне под ноги кинул, ну, сантиметров 40 расстояния. Я увидел то, что, ну, ЧК отлетела, успел рукой прикрыть лицо и взрыв. Потом, когда я уже пришел в себя, были, ну, ребята с ВСУ. Я сразу сказал, что сдаюсь, меня доставили в госпиталь. Нині полоненого лікують запорізькі медики. У нього посічені уламками ноги та руки. За його словами, від штурму міст та сіл російські військові відмовляються батальйонами. Комбат тогда ответил за весь батальон и официально на боевом распоряжении написал то, что отказывается выполнять поставленную боевую задачу. Личный состав всего, весь личный состав всего БТГРа, как бы его решение поддержали, командира батальона. Після цього, каже Костянтин Алексєєв, комбата забрав співробітник Федеральної служби безпеки, який приїхав у розташування військової частини. Нам взагалі пропаганда грозилась, то, що здесь сильно нацизм йде, то, що притіснення русскоязычного населення, русского языка. Руководство, вышестоящее руководство нам говорило то, что если вы откажетесь выполнять задачи, уже боевые задачи, то это будет расцениваться как уголовное преступление, срок 15 лет тюрьмы. Если вы, говорит, попадаете в плен, то это равносильно смерти сразу. В чем я убедился своими глазами, что это не так. Что здесь люди оказали медицинскую помощь, и то, что нам рассказывало наше вышестоящее руководство, полный бред. Костянтин Алексєєв каже, що хоче повернутися додому до дружини та чотирьохрічної доньки і розвіяти пропаганду Кремля. Але подальшу долю російського полоненого військовослужбовця визначатимуть українські правоохоронці. Новини на Суспільному. Запоріжжя.